Всем привет, ребята! Сегодня по вашим просьбам буду делать Кейна. Его просили сделать целых 25 тысяч человек. Сейчас сделаем! Для изготовления Кейна нужен будет шоколад, набор шприцов. Нео, какую тебе краску? Красную или синюю? Ладно, я возьму обе, они пригодятся. Маленькая зубочистка, доска. Сначала, как обычно, я нарисую контур. Ребята, вы у меня очень часто спрашиваете, сколько нужно шоколада на одну картинку или логотип. Ну что сказать, в среднем от 2 до 4 штук 100-граммовых шоколадок. Хотя сейчас они у нас не 100 грамм идут, а лишь 90. Блин, меня, если честно, это раздражает. По привычке покупаешь 100-граммовую плитку, а там всего лишь 90 грамм. Ребята, а в вашем городе, в ваших магазинах тоже такие шоколадки продаются с недовесом? Ну вот, опять все вымазал. Сейчас попробую убрать все ватной палочкой, как вы мне и советовали в прошлый раз. Да? Да, действительно, ребята, вытирать палочкой гораздо удобнее и быстрее. Всем спасибо за совет. Так, вот тут нужно еще рот сделать. Теперь при помощи белого шоколада нужно будет сделать рубашку и обводочку. После прошлых съемок у меня осталось немножко разных цветных шоколадов. Я их все смешал и получился вот такой вот серый. И сегодня я найду ему применение. Я нарисую прическу Кейну. Кстати, кто знает, почему так Кейн выглядит? Мне кажется, что это как-то связано с фильмом «Люди в черном». Но возможно, я ошибаюсь. Ага, очки у него тут с бликами. И их нужно будет как-то изобразить. Надеюсь, что будет похоже. Теперь нужно Кейну сделать костюм и причесочку закончить. Ребята, вы это слышите? Это шприц так пищит. Кто-то знает, почему он так делает? Галстук готов. Наконец-то пришло время, чтобы сделать Кейну лицо. Ребята, а вы уже придумали, кого вы хотите, чтобы в следующий раз я сделал из шоколада? Если да, то напишите об этом. Белый шоколад, синий краситель, помешать и можно делать фон. Это чё за звуки опять тут, а? Что с ними сегодня не так? Непонятно. Ну что, вроде бы все готово и теперь его можно замораживать, но мне интересно посмотреть, какой он будет с другой стороны. Время отдирать Кейна. Аккуратненько. Иди сюда. Ну, а тут, как всегда, все хорошо. Я считаю, что получилось похоже. А как думаете вы? Какой-то белый налет постоянно образовывается в последнее время. Вы случайно не знаете почему? Сравним с оригиналом. Ну, похож. Похож. Ребята, если вам понравилось видео и вы хотите продолжение, тогда нажмите лайк и подпишитесь на канал. И в паблик познавателя обязательно вступайте. Все ссылочки я оставлю в описании. Ну, а на сегодня все. Всем пока и до завтра.